Тысячи оригинальных
Это продолжается 10 минут. Вы хватаетесь за вторую дозу. Она снова подбадривает вас, но уже меньше. И так все продолжается и продолжается, пока вы не доходите до степени полного отупения. Тогда вы умолкаете. И так и сидите, белый как мел, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Мне страшно, доктор. Что будет дальше? Сумасшедший дом? Паралич сердца? Смерть! Пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа однажды к вам пришел туалет. В этом платье печально вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пажах и верницах карет, и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы минуэт. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло. Ваше дивное платье Maison La Volée, но однажды сбылись мечты сумасшедшие. Платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики, старый попик любезно кадилом махал. Так весной в бутафорском смешном экипажике вы поехали к Богу на бал. Однажды ко мне приехала сестра. Мы не виделись с ней 20 лет. Когда наши родители умерли, нас взяли к себе тетки со стороны матери, и мы оказались в разных городах и разных семьях. Мы встретились, познакомились и понравились друг другу. Нас заставляли быть тихо.
Я так много не успел рассказать тебе. Помнишь Киев? Помнишь, как пахнут цветами на улице? Помнишь вокзал? Мы так и не поняли, что прощаемся, возможно, навсегда. Из гимназии меня то и дело выгоняли. И, наконец, я торжественно исключен из 5-го класса. По всем законам логики
Я должен был стать преступником. Но оказалось, что вчерашний двоечник весьма талантливый молодой человек. И мои рассказы печатает даже Киевская неделя. Потом Москва. Пытался поступить в художественный театр. Но меня забраковал Станиславский, представляешь? Ему не понравилось, что я сильно картавлю. Чтобы прокормиться, я работал грузчиком. Продавал открытки. Был корректором. Но видишь, я в Москве, Надя. Надя, я в Москве. Видишь? Я в Москве. Thank you.
Ну, господа, но это же никуда не годится. А мне нравится. О, нравится. Молодой человек, что вы шляетесь без дела? Шли бы лучше ко мне в театр актером. Актером? Ну, я, собственно же, ничего не умею. Не умеете? Так научитесь. А сколько я буду получать за это? Вы в своем уме? Лучше спросите, сколько я буду брать с вас за то, чтобы я арцебушилочку. Сделала из вас человека. Ни о каких деньгах не может быть речи. Ну хорошо. В 3 часа мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами. Ну, борщ, котлеты! Хорошо, я согласен. Согласен! На наш любимый курантный.
живет. Тихо спрыг желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в тритонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром мире были все удивлены. У вас прекрасный муж и прекрасные дочери, но все же, Вера... Саша, вы так милы. Я сочинил новый романс и хотел бы посвятить его вам. Ваши пальцы пахнут ладаном. И в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, ничего теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Боже мой! Что вы наделали? Не надо, чтобы я лежала в гробу? Да ни за что! Это смерть! Смените сейчас же посвящение! Вера, но это же аллегория!
Не надо. Я не собираюсь в рай. Я хочу жить и быть счастливой. Он сегодня у нас в Харбине дает свой концерт.
Ребят, а пластинку я добыл. Слушайте, а давайте сегодня поедем, а? Ну, пожалуйста, давайте. Вот как я могу отказать такой милой, такой прекрасной девушке? Ну, тогда поехали!
Квине понравилось? Кажется, он... Нет, что ты. Он стоял на этой эстраде, такой великолепный, такой элегантный. Мне он показался божественным. А когда он спел, я знал, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. Но в эту минуту сердце сжалось. По-моему, я влюбилась в Вертинского. Лида, Лида, опомнись! Он в два раза старше тебя. Ну и что? Я знаю, что это навсегда, на всю жизнь. Такой роскошный. И вдруг у него нет пристани. А как я выгляжу? А? Лидочка, Лидочка, ты великолепна в этот вечер. Да? Это твое зеленое платье так идет твоим глазам. Ну, тогда я должна. Я просто должна с ним познакомиться. Я должна. Спасет его от этого кабака, от этой жизни, от богемы.
Вот. Послушайте, послушайте, что он мне пишет. Я понял за все мучения, за то, что искал и ждал, как белую птицу спасения, Господь мне тебя послал. Вот, вот, понимаете, какое у него отношение? Лида, Лида, после 2 лет осады ты все-таки решила выйти за него замуж? Да, я выхожу замуж за Александра Николаевича Вертинского. Я брошу все. Кино. Уеду с ним на край света. Уеду в Японию, в Америку. Спустя много лет я вернусь в Россию и подарю ему 2 замечательных дочек, которые достойно понесут его фамилию. Я сделаю все, чтобы он сказал мне. Я понял. За все мучения, за то, что искал и ждал, как белую птицу спасения, Господь мне тебя послал. Yeah.
порадовали исполнители Андрейского музыкального просветительского театра, лауреаты международных конкурсов Ирина Прокопьева, Игорь Староверов, Сергей Маленкин, Наталья Никонова, Валентина Панарина, Илья Виноградов, Елисей Карпов, Анна Шевлякова, Андрей Шевляков, Дарья Семина, Алексей Бондаренко, Оксана Иващук, в главной роли Илья Струков, художник-постановщик Елена Михайловна, звукорежиссер Евгений Дмитриев, лайт-шоу Елена Попова, художник-последователь Актюрину, режиссер-постановщик Роман Захаров, художественный руководитель Лариса Ульянова.